Всем привет! Водные массивы всегда манили человека поплавать, расслабиться или наоборот потренировать мышцы. Бассейны для этого идеальное место. Давайте посмотрим самые необычные и манящие своей красотой бассейны мира. В полутора километрах от Токио на южном острове Кюшю находится гигантский бассейн Ocean Dime. Это уникальный крытый искусственный пляж размером в 6 футбольных полей, способный одновременно вместить до 10 тысяч отдыхающих. Располагается он всего лишь в 300 метрах от настоящего пляжа, но пользуется гораздо большей популярностью. Раздвижная крыша открывается и закрывается в зависимости от погоды. Сам бассейн имитирует морской берег с кромкой прибоя, белоснежным песком и вулканом, периодически выплескивающим пепел. Температура воды 28 градусов. Наряду с микроклиматом японцы создали здесь искусственную флору и фауну. На берегу растут пластиковые тропические джунгли, где бродят голографические животные. На курорте Альгароба в Чили находится бассейн, длина которого около 1000 метров, а глубина достигает 35 метров. Он принадлежит сразу же нескольким гостиницам и является не только самым большим в мире открытым бассейном, но и самым дорогим в эксплуатации. В год на его обслуживание уходит 4 миллиона долларов. Большая часть денег тратится на уникальную систему фильтрации воды, которая поступает из Тихого океана. До строительства этого бассейна город, в котором он находится, не был курортным из-за того, что недалеко от берега в океане плавают акулы, а температура не превышает 17 градусов Цельсия. На такой курорт вряд ли кто-то поедет. Бассейн отеля Marina Bay Sands в Сингапуре один из ярчайших бассейнов, расположен на высоте 54 этажа, а его длина составляет 150 метров. Бассейн Infinity Pool или Бесконечный бассейн парит над городом. У него визуально незаметно бортиков, а потому кажется, что вода сливается с горизонтом. Вода по краям бассейна выливается за края в специальный водосбор и оттуда перекачивается обратно, но зрительно создается ощущение, что кромка воды обрывается на высоте. Бассейн отеля The Library на острове Кох Самуи в Таиланде представляет собой притягательное и пугающее место одновременно, так как это кровавый бассейн, в котором искупаться решится не каждый. Оригинальный окрас придает отделка стен и дна в сочетании красного, желтого и оранжевого кафеля, а натуралистичность зрелища по вечерам усиливает закат. Бассейн Немо-33 в Брюсселе считается самым глубоким крытым бассейном. В нем применяется высокопроизводительная отфильтрованная родниковая вода с температурой 35,5 градусов Цельсия. Бассейн используется для проведения инструкций по дайвингу, в рекреационных целях и в кинопроизводстве. Дайверы могут исследовать системы подводных пещер, а благодаря тому, что в Немо-33 постоянно теплая температура, им даже не нужны гидрокостюмы. В бассейне отеля Golden Nugget в Лас-Вегасе можно поваляться на лежаках, не выходя из воды. А если вам хочется экстремального отдыха, вы не боитесь обитателей морских глубин, то этот бассейн то, что вам надо. Бассейн населен акулами, экзотическими рыбами и другой морской живностью, а постояльцам дают возможность поплавать рядом с акулами, не опасаясь за свою жизнь. Благодаря специальному резервуару для опасных рыб, вмещающему в себя 900 тысяч литров воды, создается ощущение, что вы плаваете рядом с опасными хищниками, так как защитных перегородок в воде практически не видно. Бассейн Памуккале, в переводе «Хлопковый замок», — это уникальный природный объект на юго-западе Турции. В него входят 17 геотермальных источников с температурой воды от 35 до 100 градусов Цельсия и водоемы-террасы. Ежегодно тысячи туристов со всего мира приезжают сюда для прохождения курса восстановительных, оздоровительных и лечебных процедур. Вода, стекающая со склонов горы, образует систему причудливых водоемов с известняковыми стенами, травертинами. Ослепительно-белые террасы возникли на склоне горы в результате отложения солей из насыщенных кальцием источников. Купаться формально запрещено, однако многие туристы, несмотря на запрет, погружаются в травертины, глубина которых не превышает 1 метра. В самом сердце Австралии, в городе Дарвин, все желающие могут поплавать в бассейне с крокодилами, правда, в специальной клетке для вашей же безопасности. Туристы, желающие поближе познакомиться с рептилией, спускаются в водоем в прозрачном акриловом ящике, который уже успели прозвать клеткой смерти. Ящик плавно скользит над четырьмя смежными крокодилями бассейнами. В воду он погружен лишь частично, так чтобы любопытные смогли понаблюдать за животными как под водой, так и над ее поверхностью. Отсутствие решетки, как в клетках, используемых для плавания с акулами, не позволяет гигантской рептилии контактировать с человеком. Но царапины, оставленные зубами крокодила на прозрачных стенах ящика, вызывают сомнения в правильности затеи у особо пугливых туристов. Бассейн в форме скрипки. Его владелец желал получить точную масштабную копию скрипки Страдивари со всеми деталями и изгибами. При помощи компьютера были разработаны сочетания мозаичных плиток для моделирования струнодержателя, резонаторов и других элементов. Художник из Аргентины Леонардо Эрлих создал уникальную инсталляцию Swimming Pool.
С виду обычный бассейн с голубой водой, но на самом деле это всего лишь иллюзия. В действительности слой воды составляет всего 10 сантиметров, а сам бассейн пустой и в него может зайти любой желающий. Подобные бассейны были установлены в Центре искусств Нью-Йорка и Художественном музее 21 века в Канадзаве, Япония.